Хе-хей, хай-хо, нас есть Тангар Игра Глаз, и сегодня мы продолжаем наше приключение в Тангарию, мультиплеерный рогалик. Рад вас видеть. Я играю новым персонажем, Фастблейдом, это новый класс такой, я его недавно совсем задизайнил, и вот сейчас редизайнил, переделал немножко. Попробуем побегать им. И пойдем сейчас в Орочьи пещеры. Купим побольше всяких лечилок. А у меня даже они какие-то есть. Может, даже не буду покупать пока. Вот что я куплю, так это снаряды для прощи. Да. И, соответственно, в пещеры мы направимся. Дорогой, дай мне, пожалуйста, снарядов для прощи. Можно даже тех, которые получше, вот эти вот железные выстрелы. Они вот тяжелые и бьют слабо, ну ладно. Сколько еще могу взять? На все деньги купил их. Ну, попробуем. Угу. Прошлый мой персонаж погиб смертью храбрых. Можете посмотреть на моем англоязычном канале, как это было. Это было очень весело и прикольно, на самом деле. Неожиданно. И вот этот новый. Сразу же я создал нового. Довольно-таки он неплохо себя показал. У него удачное очень оружие. Такой кинжал заточенный. Ничего больше, кроме него, он не нашел пока, этот персонаж. Ну, смотрим. Высший эльф Фастблейд. Ну, эльфом я играю, потому что они быстрее всего прокачиваются. А так как я в первую очередь сейчас тестирую новые классы, собственно, самая оптимальная раса для тестов. Что-то я прочитал. Неудачный свиток. Свет пока есть. Будем сейчас сразу спускаться как можно глубже. То есть нас ожидают довольно-таки прикольные приключения. Почему глубже? Ну, потому что этот класс, он, в общем, милишный. И за счет этого он неплохо себя чувствует вполне. Сейчас у меня есть Hit and Run и Fast Smash. Давайте попробуем эти заклинания. Даже интересно, как они будут работать. Попьем из фонтанчика. Довольно-таки удачно выпил. О, броню нашел. Весьма неплохую. И пошли поглубже. Сразу идем бить босса. В общем-то. Не знаю, как оно пойдет у меня. Может быть, меня надерут. Это, наверное, свет у нас, да? Да, свет. Свет — это хорошо. Да, свет. Свет — это очень важная штука. Пригодится. Жезл света нашел. Свиток рекола, кстати. А у меня что, не было, что ли, ни одного? Надо же, у меня не было, оказывается. Офигеть. Как-то я сюда пошел без свитка рекола. Что я нашел один? Прям повезло. Я умею, у меня есть кольцо левитации. Оно так помогает не тонуть. Собственно, ради этого свойства его и покупают обычно. Видите, довольно-таки плотно мы продвигаемся. Прикольно. Это я использовал умение, оно меня телепортирует к противнику. Видите, сразу пару уровней схватил. Что за посох? Хороший посох лечения. Мы будем его использовать. Палочку нашел. Проверим сейчас ее на ком-нибудь. Так, кстати. Вот, объединил баночки. Давайте заглянем в эту комнату. Она такая, может быть, симпатичная. Что-то там лежит. Два зелья. Вот это полезное зелье очень. И это тоже. Зелье вот это прям вот очень важное. То, что меня могут
сделать трусливым довольно-таки. Испугать. Если меня испугают, я не смогу биться. Будет плохо. Какая-то большая комната. Почти пустая. Тут где-то уже босс может быть. Еще я не знаю, насколько я к нему готов все-таки на 12-м-то уровне. Ну, попробуем. Может, я еще получу какой-нибудь. Может, даже... Опа, кто-то стрельнул по мне. Я сейчас буду активно использовать, собственно, свое... важное оружие. Да кто-то очень... активно стучится сюда ко мне. Мне прям это не нравится, я не люблю такие моменты. Кто-то ломает дверь. Знаете, это неприятный такой момент, как кто-то ломает дверь. Прямо вот, ой. Как в реальной жизни неприятный, так и, в общем, в Тангарии. Не очень уверенно себя чувствуешь в такие моменты. Ищем босса. Ну, его придется, в общем, сначала долго выпиливать издалека. Вот, потратим все наши из пращи, постреляем, а потом уже вплотную. Я не очень хороший боец, на самом деле, ближнего боя. У меня хорошее оружие, конечно, да. Но на самом деле, в общем... А, слушайте, это не последний уровень. Так вот, я думал, тут уже меня ожидает веселье. Оказывается, нет. Еще пока не вечер. Хороший посох, но тяжело. Мне надо что-то выкинуть. Ну, давайте выкинем... стрелы. И болты тоже выкинем. И все пока. Так. У1. А, У1 это... Ну давайте У1. Лечиться будем. Ну вот уже тут босс. Ну на 12 уровне все-таки туда идти это слишком хардкор. Давайте уровень получим еще один хотя бы. Побаиваюсь этого спускаться пока. Хотя в принципе с чего убежим как-нибудь фаздорами, да? Давайте с конем. Эфрейд! Эфрейд! Мать твою! Неприятно-то. Ну, на всякий случай убил ее, скотину эту. Ого, ничего себе тут лежит, сокровищ. Скелет прибежал тут. Ай-яй-яй-яй-яй. Желе в... хорошее кольцо поиска. Это было spotted желе или... перевести на русский. Желе, пятнистое желе. Замечательно просто. Что-то там меня стреляет из лука кто-то. О, жезл Кюринг. Вот это шикарная вещь, на самом деле. Рекомендейшн. Не очень удачно, пожалуй. Я могу по воде, кстати, шариться. В общем, плюс большой. Кат! Не только я тут могу этим заниматься. Это большой такой бассейн. Прикольное на самом деле место. Ой-ой-ой. Со всех сторон меня окружили.
Ой-ой-ой. Ну, давайте это. Я себя лечу так. Опа, вот и босс. Вообще не очень я тут хотел бы с ним встречаться прямо тут. Поэтому я отсюда на всякий случай убежал. Жезлом лечусь, потому что он бесплатный. И снова убегаю. И снова убегаю. И снова убегаю. Выкидываю жезл, он мне больше не нужен. Не, ну в принципе я могу сейчас долечиться баночками. У меня даже хорошие баночки есть. Так, типа, я думаю, мы загасим все-таки. Ну вот это уже неприятно. Блин, куда он делся-то? О, сейчас стрельнем. Баночка. Давайте прыгнем все-таки на всякий случай. Баночек у меня много, но и дешевых очень. Что-то у меня не считаются фаздоры. А, вот, посчитался. Плохо почитался он. Надо мне как-то какой-нибудь вот отступить в такое место узенькое, чтобы по одному с ними. Это не очень, тут все места какие-то плохие. Пока что. Вот это хорошее место. Ну, как сказать, хорошее. Так тоже. Пробую светом их. О, нормально. У меня не работает макрос, мне приходится руками вот так вот делать. Ой, бля, это очень неприятно, извините. За мат. Блин, чувствую, меня тут сейчас порвут. Надо уплывать отсюда нахрен. Сюда куда-нибудь спрячемся. В надежде, что они все-таки плавать не все умеют. Ага, многие умеют. Надо пить мои дешевые банки. Не все умеют, но многие умеют. Как мы видим. Держимся. Банок еще много дешевых, надо их употреблять в больших количествах. Того глядишь и как-то продержимся. Все плохо, конечно. Соловей. А мне с ним тут нельзя драться. Плохое место, чтобы драться с соловьем. Очень. То, что лут упадет в воду. И все тут. Сейчас мы убежим немножко.
Мне какую-нибудь баночку, какой-нибудь свиточек бы полезненький. Да ничего нет вообще. Ну, почти что он дохлый уже. Чуть осталось добить-то. Ой-ой-ой. Давайте уйдем, а. Мне уже мало осталось, совсем мало всего. В общем-то. Давайте на лестнице встанем. С чего уйдем отсюда? Хрен с ними. Так, одного добил. Представь этого. Только банок уже вылокал я. Ну, в общем, это совсем плохо. Стан. Ой-ой-ой. Ушел. Ну, опасно было, потому что меня застанили. Я пытался. Надо было оставаться, конечно, я почти убил его. Теперь я не знаю, как я с такими банками смогу что-то сделать. Очень мало осталось всего. Придется, походу, скипнуть этого босса, блин, обидно. Все мои, к сожалению, умения, они абсолютно бесполезны тут. Вот. Да. Ну, пошли снова туда же. Может, получше лейаут будет. 100 тысяч медведей, тут тоже неприятная вещь довольно-таки. То есть заново. Блин, проклятые перчатки. Ну ёперный ж ты, бабай. С парализацией такие нельзя использовать. Снять я их смог. А выбросить пока нет. Ну тоже я, кстати, добавил новую фишку, то что теперь можно снимать не с первого раза далеко. То есть, чтобы снять проклятый предмет, тебе теперь нужно, в общем-то, постараться. Проблем у меня нет фаздоров, у меня вообще ничего нет. Даже не знаю, как я сейчас буду убивать кого-то, вообще не понимаю. Попробую фаздориться с заклинанием. Это невидимые грибы. Очень неприятные. Они еще размножаются. Еще не убился. Невидимости у меня нет свитков. Ну ладно. Вообще, это тоже плохой уровень с этими невидимыми грибами, блин. Ну ёшки. А, ну все, я их убился. Да. Что делать? Три фаздора всего лишь, блин. Ну попробуем, вдруг мы найдем что-нибудь сейчас еще. Тут вроде какое-нибудь хорошее оружие. Хотя лучше оружия я не найду точно совершенно. Конечно, я не воин все-таки. Фастблейд — это не воин совсем от слова. Надо чаще постреливать. Конечно. Надо было идти, сейчас как я понимаю, надо было идти туда все-таки на, ну, на 14 уровень нормально. Что-то. Ой, мать твою. Огры. Я так уровень сейчас получу. Такими темпами.
Так, а это что, перчатки ты дурацкие нашел? В общем, не сладко играть пока что этим классом так. Довольно-таки. Да, 15. Ну, мне надо босса убивать, иначе я проеду остановку. И не смогу в следующее пойти подземелье. Опа, вот и босс, видимо. Я не понял, кто там был. Возможно, это не... А, это он, да. Попробуем оторваться для начала как-нибудь. Насколько это возможно. Вот в этой светлой комнатке можно с ними подраться будет. Сейчас соловей придет. Уши мне драть. Я не очень понимаю, как я убью его, честно говоря. То есть вообще не понимаю. Если честно, это нереально. Только если фаздорить магией. Долго. Куда он делся, эта скотина? Может, получится эту свиту его убить? Уже легче станет. Куда вот она делась, скотина? Варги. Не знаю, где он там шарится. Тут нет. Вода, кстати. Это хорошее место, чтобы драться. Очень хорошее. Прямо лучшее. И вот тут тоже ничего так. Тут хуже, вот тут вот лучше всего. По одному уничтожать их. Расчищаю светом. Вон он стоит. Он пока что спит. Блин. Сейчас придет, конечно. Пошел. Ну, давайте. Вообще толку нет. Толку вообще ноль. Просто ноль. Очень плохо я кастую что-то. Давай. Родимый. Он тоже умный сейчас. Видите, пошел, сокращает путь. Скотина. Не убью, боюсь. Блин. Ну это вообще последние мои свитки. У меня осталось две штуки. Надеюсь, там сверху никто не живет. Будет очень неприятно. Все. Либо мы сейчас выиграем, либо мы продуем. Банок мало.
Бляха-муха. Кажется, мы сливаемся. О! Давай! Почти! Кто кого? Последнюю банку. У меня просто вот нет больше лечилок. Вообще ни одной. Вот, мать твою, бой был. Жесть какая, а. Что-нибудь он хоть мне дал? По-моему, нет. А, не, слушайте, дал светильничек. Неплохо. В общем, не зря мы сходили сюда. Сейчас соберем все. Добро и восвояси. Полетим. Уже улетаю. Денег вообще не добыл. Просто по нулям деньги. Жесткий бой был прям. На последней хилке. Фух. Вот за это я люблю Тангарию. За такие бои. Ну что, мы можем пойти в следующее подземелье. Мы даже подземелье не пропустим. Вот это круто. Ну, в общем, класс такой тяжелый пока что. Так, а мне, кстати, новое заклинание. Гейт. Вот с ним будет полегче немножко. Да, это хорошее заклинание. Телепорт. Сколько оно требует маны-то? 8. И фейл большой. Вообще, надо, я подработаю этот класс. Надо фейл вообще убрать. Фейл должен быть 0. Тогда будет, в общем, полегче. Потому что, ну, тяжело. Очень тяжело играть сейчас. Фух, сейчас купим свиток телепорта. И, в общем-то... Ой. Да. Горячо. И денег, главное, вообще не надыбал. Зато надыбал неплохой светильник. Ой, какой светильник прям. Он еще и замедляет. Я не такой голодный становлюсь. Ладно, что тут продают у нас соседи? Ну, в общем, какие-то щиты тут. Какие-то ботинки. В принципе, неплохие весьма. Даже слишком дешевые, я бы сказал, для такого свойства. Щит можно купить в целом. Он тяжелый такой. Можно щит купить? Посмотрим. Мне главное сейчас свиток World of Recall. Вот это нужная вещь. Один. И банки лечительные. Ну, а что-нибудь можем поставить на продажу мы? Ну, вот посох разве что, я не знаю. Довольно-таки бесполезный, на самом деле. Может, кому сгодится. Ой, а мне же нужно еще сбросить эти проклятую чепуху вот эту. Сейчас мы ее сбросим. Ой. Да. Все, выбросил. То, что свет, ну, день, в дневное время суток можно выбрасывать. Еда есть. Тут у меня тоже наныкано чего-то. Кстати, давайте поопределим, что это я такое нашел. Определил что-то. Что за банка? Какая хорошая банка. Пригодится. Я не знаю, что мне делать сейчас, правда, вот. Блин. Грибы дебильности. Тут очень я вовремя нашел их, конечно. Ну, давайте их доедим уже. Все равно скоро уровень получу, так что ничего страшного. С одной стороны, мне нужны фаздоры, с другой стороны, мне нужны лечилки. Вот что выбрать-то? Да. Ну и надо немножко этот класс поднять, конечно, в плане некоторых моментов.
Так, давайте сделаем, если что, убегалку. Ой. Ой, блин, я это не могу сейчас сделать. Ладно, сейчас, в следующий раз. Ну, блин. Ну, ладно. Давайте тогда в следующий раз продолжим наше приключение. Сейчас пока все. Потому что мне нужно сейчас выходить из игры и настраивать макрос, блин, на эту кнопку. Что очень неудобно. В общем, ну, нужно сделать. Плюс я нужно этот класс поднимать. Чуть-чуть. Поднять успех. На самом деле, сегодня отличное было приключение, так что хоть оно и не очень может быть длинное, наше видео с вами, но зато было очень интересно. Все равно клевое было. На самом деле. Так что до встречи в следующий раз. Буду только понемножку, но регулярно. С вами был Игроглаз. Всего хорошего. Приходите играть в Тангарио.